Сезон сбора урожая повлиял на цены овощей в оптовых рынках. Цена на картошку, лук, морковь на этой неделе немного снизилась в сравнении с ценами двумя неделями ранее. Килограмм павлодарской картошки и моркови можно купить уже по 75 тенге. При покупке мешка сарагашской картошки килограмм выходит 45 тенге, в розницу 70. Традиционно высокий спрос на карабулакскую картошку. Качество картошки хорошее и цена приемлемая, по 60, поэтому люди хорошо берут. Осталось 4 мешка всего. Кроме дихкан, на рынке хватает и перекупщиков. Забира Шерманова продает овощи 10-й год. Цены на сельхозпродукцию регулирует сам рынок, говорит продавец. На прошлой неделе свекла стоила за 100 тенге, а на этой неделе уже ниже. Даже продаем килограмм за 80. В прошлом году цена доходила до 200. Если на базаре продукции много, то и цена, соответственно, падает. Большинство торговцев хотят быстрее продать овощи. Келеса, джамбула, сарагаша и сайрам из Туркестана привозят овощи. Сами дихкане устанавливают цены. Допустим, картошки много, и цена сейчас упала, если берешь мешками. Килограмм обойдется по 45 тенге. Базар на цены сейчас устраивают покупатели. Многие с пониманием относятся к тому, что нередко цена на продукцию высокая. Ведь вырастить овощи нелегко. Конечно, нет, жасрат не бар. Действительно, вот жанаши там барка. И за копейки иногда бывает болгарский перец, например. Да, вот мешок 300 тенге, это считайте даром. Да, я говорю, какой труд, да, это адский труд на поле, под солнцем. Местные крестьянские хозяйства начали завозить на рынок сельхозпродукцию. А значит, и цены в ближайшем будущем пойдут вниз.